Летающая батарея, flying battery. Смотрите, реальный перевод, нормальный. Летающая батарея, зона причем. И вот она. Так, где там Анимамунди? Он же набор иероглифов. Он говорил, что он обожает эту зону. И вот она, его любимая зона. И моя тоже, мне она тоже безумно нравится. Мне очень нравилось в детстве находить то место, где, собственно, батарея лежит, летающая. Она там туда-сюда перемещается, батарейка. И мне бы хотелось ее найти в этот раз. Но это будет непросто. Кстати, заметьте, в Sonic и Knuckles нету Тейлза. То есть это Sonic и Knuckles, да, никакого Тейлза. Никто мне не помогает, никто не бегает за мной хвостиком. Мыши компьютерные. Музыку слышите? Она приятнее, чем в Мании. Я, наверное, про каждый классический уровень в Сонике могу сказать, который взят в Манию, что в оригинале она круче, музыка приятнее. Ну, лично для меня, опять же, вкусовщина, имха, там, и все такое. Мое чистое мое мнение, там, мое личное мнение, как говорится. И все такое. Так, здесь огонь нужен прям. Да, и когда мне нужно сохранить щит, у меня выпадает бонус с щитами, но я не против, ладно. Я раньше думала, что Наклс — это брат Соника. Наклс ненавидит Соника, потому что Соник обижал Наклса в детстве. Но это сильно, конечно. Всегда знала, что Наклс — это именно ехидна, и что он красный. Я никогда не думала, что он розовый. Да, у нас прям сенсация. Сенсация стрима. Соник голубой, а Наклс розовый. В Мании. Здесь плюс-минус еще ладно, еще нормально. Но все равно в игре Наклс какой-то слишком розовый. Огонь! Так, здесь уже жизнь может выпасти. Давай, выпадай жизнь. А, кольца. Из... Вот если уж и выпадут кольца, то их там сразу 100 штук, либо хотя бы 80. Вот мне... Не дотянулась до жизни. 80 колец сейчас выпало мне. Почему-то, опять же, из детства история. В детстве было сложно эти сферы проходить. Почему-то проблемы были с этим. У меня вот проблема только с вот той вот, да, вот этой. Я никогда там не могу собрать там приз. Наклс ехидно не ешь. Дам. Дам. Музыка классная, вообще кайф. Это же Соник. Какими же хорошими были те Соники вообще. Жизнь дает одно за другой. Я на втором уровне, у меня уже 12 жизней. Я не испытываю проблем с игрой вообще. Как я говорила, что Соник третий легкий. И Соник и Наклс тоже, в принципе. Он сложнее, но он все еще легкий. По крайней мере, для меня, потому что я уже наиграна в эту игру. Мне не надо, после стрима покажи, что за музыкальная игра. Я хочу посмотреть, да. В объединенной версии можно нажать на кнопку перейти туда. Там было кольцо. А, это-то. Ну, это понятно. Но в оригинале я как-то вообще не обращала внимания на это место, лол. Я поняла теперь, про что ты. Убежище Наклза-то. Да, там большое кольцо к мастеру изумрудам было. Интересно, что будет, если туда не заходить? Вы посмотрите, как он под музыку мотыляется на этой штуке. Зачем я назад, вообще не знаю. Жаль, я огонь потеряла только. Потому что в Мании сзади там был тайник. А здесь его наверху тайник, окей. В Мании, хоть и... Вот, вот вроде бы то же самое все, но немножечко, вот чуть-чуть его дизайн изменили. Но все еще то же самое. Что падники делают в капсуле? А вот кто бы их знал? Ловушечка, это троллинг от доктора Эггмана. Мне больше интересно, зачем туда кольца было запихивать. Я не люблю уровень с песком. Братан, я тоже не люблю уровень с песком. Но сейчас мы дойдем до него и там пострадаем. Вот просто терять кольца негде, реально. Или я хорошо играю просто. А вообще, я бы послушала мнение людей, которые играли в Sonic & Knuckles, например, или сейчас отыграют в наше время, так скажем. Как вам игра и в целом, насколько она для вас сложная? Делитесь впечатлениями. Насколько у вас были проблемы с этой игрой? Сложная она для вас? Потому что для меня она легкая чисто потому, что я в детстве, наверное, раз 500 ее перепроходила. Еще после детства уже на компьютере проходила ее сколько раз. И я, конечно же, на компьютере с эмулятора я уже играла в совмещенную версию. Но какая разница, типа, игра-то та же самая все равно. Дай мне это собрать. Давай. 362 кольца. Давайте рекорд колец.
Вот кто бы что ни говорил, а музыка классик Соника Форсов божественна. Вау, спасибо за донатик. Тити Бонс? Ник забавный. Спасибо, спасибо. Но Форсах, ну, честно, я признаюсь, что в Форсах мне музыка не нравится, не цепляет меня. А вот классика, да, классика топ вообще. Не оказалась я любителем именно Форсах. Кстати, хотите Форсы перепройдем? Вот, да, кстати, пишут, она для меня была сложная. Именно песочная вот эта зона, да, она уже сложнее даже, чем Fine Battery, она сложная. Ой, мне кажется, ли там конец уровня уже? Ну, в Flying Battery тоже есть где попотеть, если честно. Где попрыгать, так скажем. Просто... все, я сдаюсь, и я считаю, что у меня просто навык игры слишком большой, и руки помнят, так скажем. Только поэтому игра хорошо играется, потому что я вот воспоминания вспоминаю. Да, Flying Battery тоже имеет проблемы сложности, имеет место, где над пропастью надо прыгать. О, я туда. Достаточно платформинга, достаточно мест, где может задавить просто-напросто. Вообще, я бы хотела летающую батарейку найти, но я даже не помню, в каком она акте, в первом или во втором. Лол. А еще у меня в этой игре у меня больше проблем со сбором изумрудов, чем в Сонике 3. Just Mousse, ну ты че сейчас час затвигается? Мне в Форсах нравится пара ремиксов на эпизоды Shadow. Вот так как я, кстати, не играла... именно, допустим, в Shadow of the Hedgehog, и вообще во многие 3D-соники, то для меня вся музыка была в Форсах новой. Я даже не понимаю, где там ремикс, не ремикс, как бы. У меня много претензий к Форсам, и я бы тоже про нее поговорила, конечно. Когда стримить будем, поговорим об этом. Постримлю Форсы. Мы же скачаем по Форсам, да? Аф-аф-аф-аф-аф-аф-аф. Мне всегда казалось, или ассоциации такие имеются в виду, что это лай какой-то, гавканье какой-то. Конечно, эти изумруды требуют внимательности, вот эти шарики. Здесь же просто можно испугаться так. Тебя отталкивают и назад куда-то. Ой, тут можно испугаться. А я помню эти спешл стейджи, поэтому у меня проблем с ними не будет. Я называю песочную зону Шахерезада. Почему? Почему Шахерезад, если это имя такое? Я бы назвала ее Египет там какой-нибудь. Вот мы и спустились вниз. Здесь уже конец зоны скоро. И смотрите, зоны интересные в Сонике. Опять же. В классических Сониках интересны зоны. Там, по-моему, нету уже большого шара этого. Большого шара, да, большого кольца. Там что-то другое. Слушай, я не хочу туда идти, мне кажется, там нет большого кольца, но здесь просто развилка такая. И это такой байт, чтобы я спустилась. А я сюда хочу. Типа поверху. Смотрите, здесь и платформинга много, и скоростных секций много, и интересные места вот такие вот есть. Не пошла туда, но сейчас кто-нибудь мне напишет, было ли там большое кольцо еще одно. Но это тупо, если там опять было большое кольцо. Мне кажется, что нет, там жизнь или еще какой-то сундук. Сундук, да, у нас в Сонике сундуки теперь есть. Я называю Oil Ocean из второго Соника Ближний Восток. Там же много нефти. Ну это троллинг все. Я раньше думала, что Соник немного связан с волшебством, потому что первый босс песочной зоны это голем. Чтобы его победить, надо найти волшебный посох и сделать хадуген. Ну это сильно. Не знаю, для чего и с какой целью я проходила. Ну, то есть, поверху, да? Там ничего нет, ничего интересного. Надо было все-таки спускаться вниз в тайник. 700 бантиков? Да, мир. Да, на Твиче у нас действует интересная хрень такая, как бантики. Блин, за которые я могу попить чайка, да, Муся, спасибо. Сейчас. Попью чайка. Баллы канала накапливаются автоматически, и за них можно покупать что-нибудь. Но у меня сейчас, так как веб-камеры нету, все отключено. На самом деле там много прикольных бонусов, поэтому позже. Скажите, а кто, когда первый раз играл, был реально напуган или удивлен этим боссом? Нежданчик такой, хоп! И капсула, ты так на автомате просто буквально нажимаешь на эту капсулу, а там босс! И как его бить, главное, мы не понимали сначала, как его бить!
Он не бьется, вот никак. Но нужно заставить его ударить. Я не знаю, как мы до этого додумались уже. Сейчас, конечно, плюнуть раз просто, все. Проблем никаких, как всегда, но... Вспомните, как в первый раз в это играется. Я бы вообще посмотрела, как человек впервые играет Sonic & Knuckles какой-нибудь, вообще не зная игру. Ничего про нее не знаю. Это было бы прикольно. Сначала удивился, что капсулы вообще есть. Да, вот такого вида. О, кстати, давайте посмотрим, какие анимации падения у Соника здесь есть. Потому что во втором Сонике их аж целых три. Я говорила, что их четыре, но на самом деле их, походу, три всего. Я как ни пыталась, я не смогла еще одну получить. Но тут две вот уже есть, как бы. Две точно есть. Да, я люблю на это время тратить вообще. Да блин, да блин, да... Да блин, ты не встаешь. По-моему, здесь всего две анимации, слышите? Вот такая и такая. Ладно, проехали. Я думаю, что здесь всего две анимации. Если кто шарит, то, опять же, буду не против, если скажете, напишите. Просветите. Здесь было страшно. Когда ты такой присоединяешься. И на шипы, и на шипы, и на шипы. Так, здесь, по-моему, где-то большое кольцо есть вблизи. Как относишься к творчеству Алены Швец? А это кто? Лучше меня не спрашивайте, смотрела ли я что-нибудь, знаю ли я какого-нибудь ютубера, там еще что-нибудь. Я не знаю никого вообще. Sonic & Knuckles, серьезный босс. Sonic Mania, нормальный босс. Sonic Forces, багованные боссы. Ой, я в форсах помню, как я завык этого первого била. Он просто сломанный. Куда? 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 По-моему, батарейка как раз во втором акте, да. Нужно поискать. О, я по сложному пути пошла. Смотрите, над пропастью. Представляете, как это страшно было? Тут прыгнешь мимо и все, типа, до свидания. Правда, у меня уже 15 жизней, я уже ничего не боюсь в этой игре. Отлично. Оставим электричество пока что. Меня под электричеством не притягивать никуда. Потому что это Sonic Mania добавила. Мания даже этого босса стащила в бете. Да. Слышала о таком. Есть какой-то мод, который этого босса возвращает. Развилка. Развилок Sonic & Knuckles и Sonic 3 хватает вообще. Можно разными путями пойти. Ты такой... Понимаешь, что можно вниз, да, можно наверх, и ты вот, ты идешь наверх, думаешь, блин, а хотелось бы и вниз тоже сходить. И потом ты переигрываешь игру второй раз, и с удовольствием идешь исследовать еще уже новую часть. Да почему не сработало, да почему не сработало-то? А я бы могла туда. А, тут, по-моему, пружины и так, да? Я уже думала обижаться. Мега-разгон, и потом так, хоп. Тормози. Мне кажется, я не найду большую батарею. Я реально вообще в упор не помню, куда надо сворачивать, чтобы ее найти. Очень сложно. Не знаю, не помню. И большое кольцо для того, чтобы там изумруд хаоса собрать, тоже хрен найдешь. Я люблю Манию. Вообще, если так, как отдельную игру, то мне Мания тоже нравится, в принципе. Но я бы не сказала, что я в нее там... Прям кайфую, как от классики. Мания мне нравится, но классика мне нравится больше. Именно, я имею в виду, под словом классика, я имею в виду оригинальные версии, конечно же. Так. Мания нормально, типа, прикольно, но ничего нового. Правильно? Ее ругают за то, что она ничего нового не приносит, и это так и есть. Что за большая батарея? Вот самой безумно интересно это найти теперь, но я вот... Не знаю, где ее искать. Я голодный. Бедный Нинитада. Давай попкорн и подтягивайся на стрим. Все. А я аккуратно прохожу уровень сейчас только потому, что я хочу не упустить то место, где будет развилка для батареи. Я помню, что она не совсем по прямолинейному пути находится. Ух, мои же мои сферочки. Мои же сферы. Я так не любила их в детстве. Теперь прям... Обожаю. Дико извиняюсь перед ними за то, что я их так не любила. Музыка очень классная здесь.
Причем она начинается так... так серьезно, так, знаете. А потом нормально такая. Летающая батарейка, так зона называется. Почему? Ну, вопрос хороший. Вот просто фарм жизни, вот просто. А вот когда я играла в проект Ангел или как-нибудь Мастер Эдишн, там эти жизни так были нужны. Просто вау, наконец-то жизни можно поднять немножко, потому что там капец прям был. Я играю без сохранения. Для тех, кто не помнит, я играю без сохранения, и поэтому мне сложно бывает. Извиняться перед бонусом. Да, почему бы нет? Он же так старался, он был интересным, а я... Я его не любила. Не дави меня. Соник Мания как ремейк классики. Более того, что это ремейк классики, ну даже не совсем ремейк, а какой-то мегамикс классики. Более того, в Соник Мании есть те вещи, которых... Ну, которые есть во всяких адвансах, там, Knuckles Chaotix и прочих неизвестных играх, понимаете? И только если ты реально там Sonic Fan, который шарит за каждую игру, ты это все найдешь. Увидишь. Для меня было удивлением, например, когда я увидела элементы, я смотрела какое-то прохождение каких-то адвансов, короче, немножко смотрела, что там. И я увидела там элемент, который потом Sonic Mania увидела, и такая, что? Еще я такая, там, знаете, в Студиополисе есть звук такой, перемещение. В машинку заходишь тогда, и такой, ти-ти-ти, тебя телепортирует, да? А забавно рассказываю, может, кто понял, да, кто в Манию играл. Этот звук для меня был так знаком, так знаком. Это же Sonic Spinball. Вы же серьезно, это звук из Sonic Spinball был взят, и вообще сам телепортик вот этот вот. Я так подумала, вообще, это такой мегамикс. Это не просто первый, второй, третий Соник и CD там еще. Это нереальный мегамикс просто. Последний шар остался. Блин. Drop Dash из беты третьего Соника стащили. Что-то слышал поверхностно про Drop Dash из беты третьего Соника тоже. Меня тут дико просят, чтобы я прототип поиграла. Тоже будет. Воды попить. Я тоже хочу воды. Дай мне воды, Алтай. Мания — это визуализация выражения новое, хорошо забытое старое. Ну так себе эту фразу всегда притянуть. Такое. Они могли сделать новую классную игру. Начиная от таких уровней, как Студиополис, например. Это самый оригинальный уровень Sonic Mania. Там есть элементы, взятые из других игр, но их минимум. Привет, босс, которого бить даже не надо. Они могли сделать новую классную игру, сделать ее из новых уровней, таких как Студиополис. Но нет, они решили Green Hill и там всякие Chemical Plant и, короче, Generations сделать туда. Classic Generations какой-то. И за это многим было, тем, кто ругает эту игру, фанатам Соника и так далее, было обидно за то, что они хотели новую игру, им обещали новую игру, и ни хрена. Да, у нас сегодня мини-обзор. Ой, я там текстуру вижу. У нас сегодня мини-обзор какой-то получился на Sonic Mania. Ну ладно, бывает. Теперь я не вижу там текстуру, лол. Какой-то баг был. Видели текстурку? Вот эта вот стена заканчивается. Ну давайте зайдем опять в Special Stage, ничего. А, бонусный уровень. Казино за что? Я хочу 500 колец. Кстати, люди, запоминайте, сколько у меня колец. Вау, джекпот, класс. 424 кольца. Пожалуйста, кто-нибудь в чате запомните, сколько у меня максимум был колец. И посмотрим, какой я рекорд смогу за всю игру поставить. Я буду максимально аккуратно играть, чтобы не проигрывать. И 430 колец. Вот напишите в чат, что 430 колец. 70 зрителей. Я офигеваю, люди. Офигеть. Спасибо всем, кто пришел на стрим. Это для меня вообще рекорд, наверное. Ну, это вместе, именно Twitch и YouTube. Огромное спасибо всем, кто на YouTube, ой, на Twitch меня поддерживает, кроме YouTube, так скажем. Так как я хочу развить Twitch. Максимум был 367, сейчас теперь максимум 430, да. Теперь мы 463 уже. Пишите, отслеживайте, не забывайте. К сожалению, больше колец на этом уровне не будет, поэтому текущий рекорд это 463. Будет Undertale? Да, Undertale будет, 100% вообще обещаю. Да, Undertale будет. Но вот насчет времени, когда, не знаю. Офигеть! Да, можно дополнительно его удалить.
Почему бы нет? Жарь меня полностью, жарь меня полностью. Я же под огненным щитом. Сейчас он начнет прыгать и меня может атаковать. Ну давай, ты будешь или нет? Ты будешь? А, наконец-то ты будешь. Посмотрите, как странно Эггман выглядит, когда, ну, перемещается в этом... В машине в этой своей. Такой в бок немножко у него вид такой. Уникальный спрайт на самом деле. Он, по-моему, ни в одном боссе больше не встречается. Пингануть? Хорошо, не тада. Окей. Поняла. Огненное яйцо. Соник прошел акт 2. Флайн Баттель, моя любимая зона, пока. 463, запомнили? 463 кольца. Мой рекорд. Сейчас будет наша самая нелюбимая зона в Sonic & Knuckles.